Всем привет! Воскресенье. На улице жара, жесть. Сейчас приехал на разборку. Немножко тут кое-какие детали продал. Пойду в магазин. Кое-что продуктов, наверное, шашлычка какого-нибудь возьму. Вечером пожарить. Погода хорошая. Во дворе с Малинкой посидим. Может, там гости вечером приедут. Продукты кое-какие возьму и заеду, надо латки для бассейна купить, потому что мы сегодня утром все бассейн расправили, сейчас в данный момент Маринка там моет его, все уберем, я думаю, дай бог, сегодня его будем наливать уже, он нальется, и все, будем ждать. А, перекись, я, наверное, сейчас заеду, а сегодня воскресенье, но я не заеду, я за перекись, но у меня есть перекись, 10 литров одна канистра, на первый месяц хватит. А потом надо, наверное, заехать, обязательно купить канистр 5-6. Потому что у нас такая вода из-под крана, ну и ты его знаешь, что за погода будет там. Если сильная жара, то расход будет больше гораздо. Вот, наверное, в понедельник, вторник съезжу, обязательно возьму штук несколько. Или хотя бы закажу, чтобы она была, мало ли. И вот сейчас куплю латки, сделаю, заклею бассейн, будем его набирать. Буду ставить грядки. Утром было 35. Даже, по-моему, побольше, потому что там солнышко прям светило на градусник вообще. Ну, на улице вообще невозможно находиться. У меня кондер здесь не работает. На этой неделе запланировано заняться. Кондер надо заправить, все проверить технически. Сделать, чтобы в машине кондиционер работал, потому что свежо на улице. Тепло очень сильно, я бы сказал. Прям вообще жара. Так вот, сейчас студентика заберу. Он сегодня работал здесь в воскресенье. Время сейчас 2 часа. Хорош, пускай отдыхает. Он машину доделал, разобрал. Поедем дальше. Так, купил я сосисочки. Сыром. Гриль. Мясо не стал брать. Баварские купил. Такие завернутые в спиральку. И просто классические колбаски. С сыром. Вообще обалденно, они нам очень нравятся. Заезжал сейчас сюда на Механиков 2. Где бассейны, тут игрушки продаются. Жидгладку не хотел спросить, есть продажи. Нет у них ни хрена, ничего. Сейчас завезу домой колбаски и поеду в Костораму, наверное. Там у них тоже большой павильон с бассейнами и Rich Family. У них там полно всяких перепыхи для этих вещей. И еще я сейчас вспомнил, что мне надо песок купить для водной станции. Ну, для очищающего фильтра. Специальный белый там какой-то засыпается, потому что мы в тот раз его высыпали, ну, сезон, который отработал, там периодически промывается, включаешь его, ну, как бы каждый сезон надо новый засыпать. Вот. И сейчас я вспомнил, что, блин, песок нам надо для фильтра купить. В списке у меня не записано. Вот здесь тоже его, кстати, нету. Я думаю, что в Костораме я его 100% куплю. Насос стоит 13 тысяч такой, как у нас, а мы покупали, по-моему, за 11, за 10,5. Вот этот, самоочищающий. Ну, очень мощный, хороший, вообще обалденный. Уже на 3 рубля подороже. Я думаю, и то сейчас их быстро раскупят, потому что в том году жара по первому, мы то купили, потом ребята звонят, знакомые там, есть где брали, а уже нигде нету, все расхватали. Вот, и сейчас, я думаю, быстро разберут. Так что вот сейчас я полечу в Костораму, и там, я думаю, куплю, что мне надо. Помыли мы бассейн. Я приехал. Помог Маринке, она сначала одна начала. Все, мы, короче, тут и вычистили, вымыли. Ну, как смогли. Ну, что тут перекись еще, конечно, я думаю, нам поможет его отбелит. Ну, уже тут и ветер, этот ветер просто замучил уже. Постоянно. Все деревья в Сибири вырубили, и пиздец. Так, ну вот он, нюансик. Вот видно. Уже износ. Он у нас третий год сейчас. Две зимы, зимовал на улице под снегом. Немножко подозносился. Но я сейчас съезжу, куплю жидкую латку. Все-таки, что я посмотрел, что у меня есть. Я все-таки, ну, думаю, не сильно это поможет мне. Там слабенькие латочки. Вот, и еще где-то вот одна дырочка, вот она. Сейчас мы это все залепим. Сегодня по-любому кровь из носа, и я буду наливать бассейн водой. Потому что с этим ветром, с
все его уносит, коробит, он ломается, из-за этого, может быть, и лопнули там. На стенке бассейна там что-то повредилось, перетерлось. Вот так вот. Ладно, пошел я одеваться, поеду к старому. Буду лепить, делать и набирать бассейн. Набираем. Ничего, все от ветра прилетело, все профильтруется. Главное, чтобы больше нигде отверстий лишних не было. Не запланировано. Вот у меня латка, где большая самая. Нет. Вот она. Воду заливаем через синтепон. В нашем случае это подушка синтепоновая. Чтобы немножко отфильтровать сразу. Ну, воду заборную. А потом уже будем перекись добавлять. А то в том году залили бассейн, а он желтый. Его подсказали где-то в интернете, высчитали, мы посмотрели там. Через синтепон набирает, и прям чистенькая вода сразу становится. Еще бассейнчик наливается. Через подушечку синтепоновую. Нормально. Но я думаю, дай бог, этот сезон она отходит. На следующий год все его утилизируем. Ну, если честно, Маринка уже заказала вот сейчас такую чашу новую. Просто каркас у нас все есть. Деловым прям с завода Синтекс пришлют. И пусть он дома лежит, он в упаковке, ничего ему не будет. То вдруг этот рванет там среди сезона, и что нам делать? Потом где все искать? А у нас все есть. Тем более на следующий год цены 100% подорожают. Не так подорожают. Сейчас такой бассейн стоит 34 900, я сейчас смотрел. Не вот. Нифига себе. А на следующий год по-любому будет дороже. Мы купили чашку. А она стоит 19 000. 730 рублей доставка. Вот так вот, а. Ладно, погнали мы с магазинчика, надо в Пятерочку еще доехать, там кое-что докупить. И будем жарить шашлык. Съездил я в Пятерочку, взял апельсинчик, сейчас сок сделаем. Апельсинчиков, молочка там по мелочи. Мясо-то я днем купил. Сосиски. Колбаски и эти. С сыром там, свинина. А бассейн-то в то время наливается потихоньку. Я думаю, до завтра. Нальется, наверное, до утра. Я не знаю, наверное, сейчас оставим, не оставим. Подумаем, посмотрим. Сейчас как наливаться будет. Ну, до вечера, до позднего точно. Так, ну, вроде еще одна задача есть. Надо эти грядки мы поставить в эту теплицу. А тут все криво, надо здесь вот выровнять. Этим я сейчас как раз займусь. Выровняю земельку, сюда перекидаю, поставлю ткань, опилки, и потом земельку сюда закидаю. И, наверное, вот отсюда выровняю, вот здесь вот. Отсюда туда тоже надо земельку перетащить. Вот сейчас я этим займусь. Продолжается моя эпопея с теплыми грядками. На улице жара. Вот такой процесс проходит. Это все, она конкретно мертво установлена. Все прикручены по кругу. Сейчас я стелю черную ткань, чтобы ни сорняки, ничего оттуда там не лезло из земли. Я уже степлером ее прибью. Сейчас остаточки добью. Потом сюда пойдут опилки. Опилки где-то наполовину, наверное. На 150 вот высотой пойдут опилки. Вот так вот где-то. А потом уже земелька. И все, и будем сажать. Ну, в той теплице сделано точно так же. Черная ткань, опилки и грунт. С магазина мы покупали, и сейчас мы тоже все закупили. Грунт в машине 15 мешков. И опилки 5 здоровых мешков тоже в тачке. Не которые там у этих, у мебельщиков, ну там,
с ДСП, с ДВП, а именно с массива натуральный, хороший. Не склеим ни с какой херней. Мы ездили на 116 за ними. И все, будем засыпать. Арчи! Арчи! Иди туда, посиди-ка там. Полежи, отдохни. Вот. Что делать? Опилочки будешь залазить. Погнали. Погнали еще. Сюда будем засыпать опилочки. Высотой 150 миллиметров. Этот мешок какой-то тяжелый с опилками. Чуть не разбились. Ой, поедем. Тяжелые, блядь, опилки. А вот. Раз чутка еще. Куда на это два мешка? Мешочек под мусор. Шаёбочку надо подложить. Одно крепление кузова оторвалось. Так, ну что? Приступим. Ну вот как примерно так. Сейчас здесь еще копну немножко, выровню. Еще докину. Вот. Сельское хозяйство. Или как там огородник, тепличник, я не знаю. Работаем потихоньку дома, что там. Пойду проверю бассейнчик. А то после такой работы очень охота туда занырнуть. На улице жара. Ужас. Ага, подбирается. Ну, водичка желтая, ничего. У нас есть проверенное средство. Она будет как стекло прозрачное. Сегодня хорош. Грядки сделали. Земельку еще там осталось из машины. Там 4 мешка или сколько, да? 6 мешков.
по-моему, принести, высыпать и все, и зеленку между грядок постелить. А так все, теплица готова, уже чеснок там посаженный. Денек сегодня вообще нормальный такой, интересный. Я очень сильно устал, бассейн наливается. Но на сегодня хорош, ужинать, мыться и отдыхать. Всем пока.